Свежий башкирский мед, липовый, гречишный, срасторопший, таежный – десятки видов. Есть необычные, например, каштановый или сосново-кедровый сбор, классические с мумией или прополисом. Такое изобилие можно найти на специализированной выставке напрямую от пчеловодов. У каждого меда свои профилактические свойства, но любой сорт точно поможет укрепить иммунитет. Осенью нам часто не хватает бодрости и сил, даже просыпаться по утрам очень тяжело. Поэтому включаем в свой рацион мед. Например, чайная ложка меда с корицей. Вкус и аромат точно поднимут настроение, плюс укрепите иммунитет к предстоящему сезону простуд. Кроме того, покупать мед на выставке выгодно, цены приемлемые. Также здесь всегда есть продукты пчеловодства и различные бальзамы на травах. Выставка меда семьи Ивановых открылась в Победе. Спецпредложение. 3 литра меда, полевые травы за 1000 рублей. А также за каждый килограмм купленного меда, килограмм меда «Солнечный цветок» в подарок. Выставка работает до 16 сентября.